Всем привет! У нас сегодня понедельник, 9 сентября. Учебный день. Я начинаю поднимать детей. Первую Василиску, потом Снежу буду поднимать, затем Егора. Рыжий у нас уже побежал, наверное, в туалет. Второй Масик. Вот. Вчера мне Марина прислала... Вернее, позвонила, говорит, в Одноклассниках есть объявление, что ищут брошенному котенку дом. Думаю, надо зайти посмотреть, вдруг наш Масик. Смотрели, нет, котенок другой, не тот. В общем, если бы тот, мы бы, наверное, его тоже съездили и забрали. Потому что жалко нам того котеночка. И этот у нас уже всем понравился. Так. Вот Василиса у меня кашляет. В общем, мы все бабьим царством кашляем очень сильно. Как дети пошли в школу, так вот началось. Я не знаю, что такое. Мальчишки вроде крепятся. Никто не болеет, а девчонки... Лерка у меня еще спит. Ей во вторую смену. У нас пока тут еще бардак. Сейчас приду, пока они в школе. Буду все прибирать. Василиса, вставай. Ага, вот он бегает. Сейчас я его. Тык-дым, тык-дым. Тык-дымский конь. Васюша. Ох, Васюша. Скажите. О, это вот такая рыжесть. Вась, беги давай умываться. Пойдем. Вот такой рыжик. Такой умничка тоже. И на горшочек сам ходит. Ага. Да нету там Василиски. Нет, у Василиски. Ты Василиску ищешь? Василиска уже умываться пошла. Он тебя ищет в кровати. Вася, пойдем опоздаем. Васюш, помаши ручкой, поздоровайся, дочь. Снежка, помаши ручкой. Сарафанчик одевает. Сейчас я вас причешу. Ой, у нас опять с Егоркой... Проблемка нарисовалась. Не хочет он одеваться. Стоит, в общем, около умывальника. Зубы чистить не буду. Трусики менять не буду. В общем, уперся рогом. Стоит. Я говорю, хорошо, замечательно. Девчонки йогурт успеют съесть, ты нет. И йогурт ему хочется. И одеться ему не надо. Вот не знаем, что из этого получится. Я уж не стала его в трусах снимать. В общем... Мне пришлось его одеть. И вот мы дальше стоим. Девочки там уже доедают. Егор, ты понимаешь, что ты не успеешь сейчас покушать? М? Давай спускайся. Специально включила, чтобы показать. Упрямство. Вот это вот. Он сам не рад своему упрямству. Он очень хочет съесть йогурт. Он его очень любит. Но переступить через себя ему очень трудно. Упрямство мешает, или гордость, или что-то еще, я не знаю, что точно. Но точно помню, что у меня в детстве тоже такое было. Ну, вот не так конкретно, но какое-то упрямство у меня тоже возникало. И точно так же, мне вроде как и нужно было сделать. Там темно уже. Егор, включи там свет, Егор. Егор, свет включи. Давай все, бегом, успеешь еще, наверное. В общем, у нас тут еще так все лежит не очень. Ну, ремонт у нас продолжается. Я, когда их отведу, приду, покажу, какое у нас продолжение ремонта идет. Кухни у нас пока до сих пор еще нет. Мы кушаем также перед гаражом. Тоже засниму. Вот так мы на лестнице припасаем наши рюкзаки. Сейчас они покушают, рюкзаки возьмут, и мы их повезем на машине. Потому что пешком мы уже не успеем. До школы 20 минут идти. Я уже отвела мелких в школу. Точнее, нас Сергей отвез. Обратно мы пешком пойдем. Это будет уже их время. Туда мы торопимся, обратно мы идем не спеша. Пока погода хорошая, они как бы еще и прогуливаются. Так, в общем,
наше продвижение по ремонту. Это вот я уже говорила. Мое счастье. Посудомоечная машина. Так, что у нас тут? В общем, плиточку начали на пол выкладывать. Фартук выложили. А там все закрыто, потому что там лачили. Та сторона кухни у нас обшита деревом. Туда я не пойду, чтобы на плитку не вставать, потому что она еще устаканивается. В общем, вот такое наше продвижение. Небольшое, но продвижение. Так, в общем, мы собирались в спешке. Вот такое у нас здесь безобразие. Все нужно сейчас буду убирать. Я что хотела включить, показать. Нам сейчас в школе выдали вот такой наборчик. Это выдавали всем малообеспеченным, многодетным, на ребенка. Но так как мы не малообеспеченные, то есть мы не предоставляем справки, что мы малообеспеченные, то нам выдали один подарок на всех. Благо, что не надо собирать справки. Вот. В общем, мы рады подарку. Все здесь нужное, все необходимое. Тут ручки, карандашики, линеечка. Это все в течение года уйдет, потому что, я уже говорила, все это и ломается, и грызется, и теряется. Там краски, карандашики, обложки. Обложки хорошего качества, кстати, такие плотные. Не тонюсенькие. И цветная бумага. Цветная бумага мелованная, тоже нормального качества, хорошая. Я в канцелярии разбираюсь, потому что мы ей работаем в канцелярии. Вот. Ручки недорогие, но они тоже хорошего качества. То есть стержень, он, если ручка падает на пол, случается так, что ручка перестает писать. Вот у таких ручек такого не случается. Они все равно пишут. Вот. А так вот бывает такое, да. Вот если вдруг у вас перестает писать ручка, наверняка вы ее уронили на пол или швырнули об стол. Такое тоже случается. У меня, например. Бывает, бывает. На улице у нас солнышко. Хорошо. День солнечный, так что дети, может быть, сегодня еще и погуляют. Потому что если зарядят дожди, то гулять у нас будет негде. Город у нас красивый, но для детей абсолютно не приспособленный. Даже детские площадки в дождь, они превращаются в такое место, где, в общем, грязно становится. Потому что нет покрытия вот такого, как я смотрю вот в других городах. У детских площадок есть такое покрытие, искусственный газончик, мягкий такой. У нас этого нет. У нас просто или песком засыпаются, или вообще асфальтируется. Но на асфальт также вот и земля, и все наносится. Так, не будем о грустном. Сегодня солнышко. Мы еще не прощаемся. У нас сегодня длинный день. А вот и первая Шкода нашего рыжего ребенка. Кто там набезобразничал? А? Рыжий. И мурлычет, и мурлычет. А чего чихаешь? Фырк. Фыркаешь. Он, смотри-ка, чего наделал. А? А вода чего? Ты его поливала, что ли, вода здесь? На подоконнике. А вода из лейки. А лейка тоже? Лейку тоже уронил? Нет. Он ее грыз. В смысле, прогрыз? Грыз. Нахер. В общем, вот. Шкодник. Маська. Маська. Василиса ему пожертвовала свою курточку. Это мы покупали, когда первый раз в Крым ездили. Мы останавливались в Мисхоре. И нас хозяйка водила в магазины. Я уже не помню, как поселок называется. Какой-то татарский поселок рядом с Мисхором. И, в общем, мы там купили курточки вот эти вот на овчинке, на натуральной. Егоркину мы уже кому-то подарили. А у Василисы вот осталось. Она тут в ней до бани бегала, а сейчас с широкого барского плеча
отдала Масику спать. Она ему нравится, потому что все равно натуральный материал. И она такая мягенькая-мягенькая. Тут же моментально согреваешься. Масик! Маська! Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот такой. Он еще маленький, нужно его еще обрабатывать. Глистовать нужно. Поэтому вот слезки текут. Ждем, когда время выйдет, и купим ему препараты для котят. Масик! Масик! Рыжик! Что, Лерочка, давай, убирай за ребенком-то. Ага. Плесос за дверью, если что. Ну ты подбери тут крупные в этот в совок. Так сейчас я за совком. Нет, все-таки на лежаночку. Сейчас у Егорки пока в комнате там макулатуру собирала. В общем, у нас акция в школе. Нужно принести макулатуру и овощи. Ну, овощей я не знаю. Сейчас посмотрю, может, у нас там тыквы есть. Мы их все равно не едим. Тыквы можно отнести. А вот макулатуру, это мы собрали все старые рисуночки, тетрадочки, которые вот они ходили в школу будущего первоклассника. С троих-то набралось нормально. Игривый какой котеночек. Пока Мишки нет в комнате. В общем, у него вчера был приступ Золушки. Он у нас убрался у себя в комнате, выгреб кучу мусора. Ну, конечно, это не совершенство. Далеко ему до клиринговой компании. Вот он даже припас стремянку, чтобы папа ему вечером все-таки повесил люстру. Так мы ее еще до сих пор... Ход до нее не дошел. В общем, вот. Здесь было все гораздо хуже. Сейчас вроде вот так боль. Ну, тут еще не до конца. В общем, вот так. Берлога. Ну вот, у Егорки комната у меня убрана. Все, я ему убрала. Может быть, пустынно кажется. Я люблю такую пустоту, чтобы поменьше мебели было. Детям свободнее играть. Вот такой коврик мы ему купили. Он очень рад. Сейчас придет из школы и увидит, что у него такой коврик. Будут все втроем, наверное, здесь играть. Но надо их погулять отправить. Сегодня солнышко. Здесь у нас была гора канцтоваров. Я ее разложила, убрала в шкаф. Единственное, что у меня вот тут на шкафу от Никитиного компьютера. Монитор, колонки мощные. Он тут у нас кинотеатр устраивал домашний. Вот. И вещи вот в углу. Здесь в основном то, что Егору на вырост. И Лерины хорошие вещи, то, что обмолели. То, что с девочек мало становится, я сразу отдаю. А Лерина оставляю. Мало ли вот так дома носить девчонкам. Вот. И плюс у нас вот тут лежат старые портфельчики, с которыми они ходили в школу будущего первоклассника. Просто в школу ходить они не годятся, так как у них нет вот этой спинки правильной. Вот. А так, несколько тетрадочек, вот как они носили, самое то. Может быть, кому-то нужно будет на школу будущего первоклассника. В общем, посмотрим. В соцсетях там есть группа у нас «Отдам даром». Вот попробую туда выставить. И плюс еще вот у нас тут большой пакет, вот этот Валберес. Там у них спортивная форма для секции. Перчатки вот эти вот боевые, сланцы и, как сказать, ну, в общем, шортики, лосинки, в общем, кого что. Надо бы, конечно, сумку, но я не знаю. Вот мы заказали Мише сумку, с которой он с нами отдыхать ездил. Туда не уберется все с троих. А каждому по сумке. Кто-нибудь что-нибудь забудет. Один-то пакет они всяко не забудут. А большую сумку они, наверное, не дотащат. В общем, не знаю. Надо решить это. Чтобы не с пакетиком. Вот. На улице все еще продолжается у нас солнечная погодка. Так что детей мы сейчас гулять отправим после школы. Я уже собираюсь сейчас за ними. 11:30 мы детей забираем. У них было сегодня 4 урока.
спрошу, как оно. Сегодня всего два таких серьезных урока. И музыка, и физкультура. В общем, пока их радуют. Утром я их быстренько поднимала. Они, по-моему, не помню, здоровались они. В общем, здоровее будем, если еще раз. У нас в обзор канцелярии не вошли наши рюкзаки, потому что они у меня в отдельной комнате лежали. Снеж, стой, я твой рюкзачок сниму. Поверни спинкой. Вот такие вот у девчонок рюкзаки. Егорка, иди сюда. Вот он открывается вот так, сжимается. А закрывается просто вот так, прижимается, все. То есть не надо там запихивать никуда. Вот, рюкзачок небольшой, как раз на первый-второй класс им хватит. Дальше. Егор, Егор, иди сюда. Егор! А, и у него свои дела. Иди сюда, я твой рюкзак покажу. Поверни спинкой. Он листики собирает. Ну, у Егора вот такой обычный рюкзачок. У них у всех хорошая спинка. Рюкзаки по цене примерно одинаковые. Где-то 1500-1400. Вот так цены были. Так, потом еще что? Вася, стой. Стой. Вот такие заколочки. Вася, поднимись, пожалуйста. Вот такие заколочки. Так. Да повернись, покажу. Вот. Вот такая. У Снежки тоже такая же. Отвернись. Вот. Резиночки. Не заколочки, а резиночки. В общем, идею этих резиночек я взяла на канале Карамелька. Ссылочку я ниже укажу. Да. Ссылочку я ниже укажу. Заходите на этот канал, смотрите. Очень интересные заколочки, резиночки и простые в исполнении. Вот кому хочется украсить деткам прически самим, заходите, смотрите, учитесь. Как настроение, Снеж? Хорошее. Хорошее? Вот так. В общем, из школы пока мы еще с хорошим настроением. И это радует. И погода хорошая. Ага. Жан, какая акция-то в школе? Что нужно принести? Что сказали? Ну, повернись ко мне, дочь, давай. Что сказали принести в школу нужно? Какие у вас соревнования будут? Овощи или фрукты. Так, это будет ярмарка у вас, да? Снежок, ярмарка будет? Да. А еще что? Ну все. Умирающий дальше медведь. Я не знаю. Ага. А вот когда они кричат дома, это вообще стены содрогаются. А когда вот так ты этот отец спрашиваешь что-то, все, голосок пропадает. И еле-еле слышно, что ее, что Егора. Вот громко у меня включается звук. Хотела тайком снять. Ну что, Егор, нравится на ковре играть? Нравится? Да. Ладно. Вы гулять вроде хотели? Ну да, я девочек жду. Ну ты же не в этом виде, не в шортах пойдешь. Переодевайтесь. Доваривается у меня первое. Сейчас довариться будем. Мелких кормить. Правда, они у меня там еще в огороде сейчас паслись. Доедали горох. Он еще немножко наливается, горошинки. Но, правда, мелкие. Остатки малины доели. Смородину, может, там горсточку набрали черную. Вот. Я им сделала морковку с кислыми яблоками. Яблоки сразу потемнели. Это значит, железа у них много, хорошо. Вот импортные покупаешь, когда на срезе, они вообще как были, так остаются. А свойские яблоки, они сразу темнеют. Значит, у них много железа. Я хочу показать арбуз, который мы вчера покупали в Магните. Что-то у меня Сергей Витальевич кинулся. Говорит, давай желтый арбуз купим, попробуем. Представляете, мы ни разу в жизни не покупали желтый арбуз. Такие мы ивановские лапти. В общем, каждый арбузик был упакован в сеточку. И на нем была наклейка, что произведено на Кубани. Ну, я не знаю, кто его производил и в каких условиях. Ну, вот на вкус я не ощутила в нем вот
какой-то натуральности. Мне кажется, он, наверное, за уши выращенный, вытянутый. Может быть, даже и нитраты в нем есть. Вокруг зернышек какие-то... Так, сейчас стану, чтобы тень не падала. Вокруг зернышек какие-то белые пятнышки. Но на вкус он такой очень водянистый и сладенький, то есть приятный. Вот. Ну, не знаю. Вчера ели, сегодня вроде ни у кого животы не болели, так все нормально обошлось. Нет такого, как мы один раз тоже покупали арбуз. Но это мы сами виноваты. Мы его купили в середине июля у нас. Такого делать нельзя. Эти арбузы еще несъедобные были в то время. Недоспелые. Их, наверное, срывали зелеными, и они дорогой дозревали. Если ничем не накачивали. Ходят разные слухи. И накачивают их, и выращивают не пойми на чем. В общем, нам попался как раз вот тогда. Мы хорошо все заболели. Тут все нормально. Вот единственное, что вот показываю зернышки такие мелкие. Не очень еще доспелые они. И вот какие-то белые пятнышки вокруг зернышков. Но арбузик сладкий. А цена? Цена без 10 копеек 60 рублей за килограмм. В общем, нам вот арбуз вышел почти на 300 рублей. У нас Егор со Снежаной местами поменялись. Ты уже снимаешь? Нет. А что ты убежала, Жан? А, Жан? В общем, утром у нас зажигал Егор. А сейчас у нас зажигает Снежана. Да, Снежана Сергеевна? Папа! А? В общем, сначала она отказалась есть суп. Ну, мы не гордые. Мы ей этот суп поставили на ужин. Все будут есть кашу, Снежана будет доедать суп. Где Снежана? В общем, все. Ушла она, обратно ушла туда кушать. Иди, Егорка, в комнату. Короче, они местами иногда меняются. А сними то Егор зажигает, то Снежана зажигает. А мы все веселимся. А чего тебя снимать? Мы уже показывали твой коврик красивый. Да. Тебе нравится он? Да. Вот. А ты-то мне как сегодня, а? Утром-то настроение-то поднимал, а? Нет. Так, ну что, мы заканчиваем наш влог. Я досматриваю вот сейчас видик последний и тоже иду спать ложиться. Почти уже полночь. В мониторе время выставлено. Засвечивает. 23. Не вижу сколько. В общем, 12 час. Это я смотрю канал Оксану Рубашкину. Нравится мне, как она готовит. Много смотреть я не могу, мне некогда. Но у нее очень доступные блюда. В общем, кое-что я тоже беру себе на вооружение. Вот, хочется разнообразить немножко. У нас день сегодня насыщенный был. Завтра у нас тоже. Я Егора записала на еще одну консультацию к офтальмологу. В общем, сходим. Какой результат, я все завтра тоже, может быть, запишу, скажу. А сегодня всем пока-пока. Спасибо, что были с нами. Всем всего доброго.